Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет видео-обзор покупочек с сайта Гипюр, моего любимого, и в этот раз, о да, шуба, которую я так давно хотела, и их не было сначала, у них есть ярко-розовая такая шуба. Чем мне нравятся шубы на Гипюр? Шубы на Гипюр невероятно нежные. Невероятно, мне напоминает кролика, на самом деле, по ощущению, действительно очень мягкий, классный мех, причем он искусственный, а это значит, что ни одна зверюшка не пострадала. После того, как я впервые заказала меховую шубу на Гипюр, я просто офигела от качества меха. Да, искусственный мех, и я в своем представлении искусственный мех все время представляла, что он какой-то неприятный на ощупь, выглядит убого и так далее, у меня были какие-то вещи из искусственного меха. Но сейчас это эко-мех. Его стали делать просто невероятно круто. И Гипюр тому подтверждение, потому что вторая шуба, которую я заказываю, просто покоряет меня. И, кстати, после того, как я померила впервые шубу из искусственного меха, мне натуральные меха вообще стали как-то чужды. Прям вот даже у меня натуральная шуба висит, и мне ее не особо хочется, честно говоря, носить. Ну, именно, да, потому что зверюшки и так далее. Если сейчас будет стоять выбор натуральная шуба или искусственная шуба, и они будут идентичны, потому что сейчас делают такие шубы прям и под норку, и под все, что хочешь, я выберу искусственную шубу. И вам, конечно же, советую тоже. На сайте Гипюр очень много разных шуб, есть и черные, и бежевые, но так как я блогер, и мне хочется ярчить, мне хочется выглядеть ярко, поднимать своим видом настроение, поэтому я заказываю все время яркие вещи, и вот эта шубка мне очень понравилась. Посмотрите, как она на мне смотрится. Кстати, с чего я хотела начать свое видео, именно с этой кофточки, которая на мне. Я ее тоже заказала на Гипюр, специально для своего магазина. Я ее надела, решила снять в ней видео, я даже бирочку сзади не сняла, вот так вот аккуратненько вам ее показываю. На самом деле, когда я ее видела на сайте, я очень люблю такие вещи. Единственное, что я предпочитаю, конечно же, более спортивный стиль. Но я вам говорила, что для своего магазина я выбираю вещи, которые мне очень нравятся и на которые я с удовольствием смотрю на других людях. Смотрите, здесь прозрачная такая сеточка, все обшито жемчужинами. На самом деле нет никакого дискомфорта, все очень мягенько. Здесь идет такая рюшечка даже. И это только у нас рукавчики. А все само выполнено из мягкого такого материала. Вот так вот это выглядит все. И здесь завязочки, можно на самом деле просто распустить. Мне кажется, что такие блузки, они делают девушку очень утонченной и женственной. Следующее, что я хочу представить вашему вниманию, это вот такая вот дубленка. На самом деле очень легкая, цвет серый, потому что мне кажется, что серый и черный это такие ходовые цвета, но серый он более делает свежо все. Черного у меня много, а вот серый как бы хорошо. И у меня нету дубленки. Здесь точно так же присутствует тот же самый эко-мех, очень мягкий, похож на кролика. И в этой дубленке меня сразу порадовали рукава, потому что они супер длинные, еще они здесь и закатываются, то есть у кого супер длинные руки, вообще замечательно. Она очень теплая, она приталенная и вообще она крутая. Эко-кожа, эко-мех, посмотрите, как смотрится на мне, я безумно довольна этим приобретением. Следующее, что я вам хочу показать, это все новинки, кстати, в Гипюр. И следующее я вам хочу показать вот это невероятное пальто с вот таким вот мехом.
Его вот просто, на самом деле, вот так на руках вы ничего не увидите. На него надо смотреть. Я когда увидела его на сайте, я подумала, господи, какая красота, какая нежность, какая женственность. И сразу же заказала его для своего магазина. Посмотрите, пожалуйста, как оно сидит, как оно смотрится. Мне кажется, это что-то невероятное, а главное, необычное. Дальше я решила, как всегда, порадовать себя костюмами. Помимо спортивных костюмов, которые я все время заказываю на Гипюр, их там видимо-невидимо огромное количество, я также люблю классические какие-то костюмы, и можно, чтобы они были немного такие дизайнерские, именно куда-то выходить, ну, например, в театр или в гости в то же самое, или в какое-то приличное заведение, куда ты не пойдешь в спортивном костюме. И нашла очень невероятный такой костюмчик, я не знаю, давно он у них или нет, я его раньше не замечала. Это вот такие брюки, и, кстати, они здесь на резиночке, на слабенькой, то, что нужно, чтобы ничего не передавливало. Такие свободные, очень легко гладится этот костюм, на это я тоже обращаю внимание. И вот такой вот удлиненный пиджак, он не застегивается, он такой вот свободненький, стоечка у него. Мне очень понравился, вот посмотрите, как он на мне смотрится, я сейчас померю все это под блузочку белую. И мне кажется, вообще невероятно замечательно, мне зеленый цвет идет, яркие зеленые сережки, каблук и просто звезда. Еще на Гипюр я увидела вот такой вот домашний костюм. Когда он ко мне пришел, я подумала, ну почему же домашний сразу? Можно же и пойти куда-нибудь. В общем, что меня в нем привлекло? Во-первых, обычно у меня домашние вещи все светлые, а темного мало. И в последнее время я стала заказывать такие вещи цвета бордо дома. Да? Вот больше они на выход какие-то темные. Темно-серый, синий. И мне нравится, что дома ты выглядишь не прям по-домашнему, все такое у тебя там светлое или еще что-то, а что-то такое стильное, трендовые цвета. Я подумала, это будет круто. Этот костюм мне понравился цветом в первую очередь, а во вторую очередь, даже может наоборот, то, что он жатко. Видите, эта ткань жатко, и такая вещь не мнется. Потому что есть у меня домашние костюмы, которые, если я их сложу, там, не повешу на вешалку, то они помнутся, и потом, причем их даже дома носить, как из одного места, лучше их погладить. А погладить я не люблю, это целое дело, и поэтому я предпочитаю вещи, которые не мнутся. И вот этот костюм вообще просто меня порадовал, супер классный, тем более он мягкий и очень приятный к ткани. Также для своего магазина я еще заказала трикотажные костюмы. Они новые, мне показалось, что они очень стильные, крутые, прям вообще супер, отлично. И в прошлом видео, может быть, вы видели, я себе взяла костюм вот такого цвета, бежевый. И идентичный костюм я еще взяла в двух цветов для своего магазина, это серый и синий. Чем прекрасны эти костюмы, что они практически не мнутся, сейчас они отвесятся, только просто достала из пакета, они немного отвесятся, и в принципе можно уже
носить. Плюс в том, что вы не прогадаете с размером, потому что эти костюмы идут универсального размера. То есть S, M, L, XL, мне кажется, замечательно, они тянутся. И вот такие вот два цвета. Мне показался и синий очень стильный. Вообще у меня все в этой зимой очень все синее. И серый универсальный. Ну и бежевый замечательный. Сейчас покажу, как они на мне сидят. Вообще костюмы классные. Кстати, вот тебе на, забыла про пуховик-одеяло, которое я заказала на гипюр, вследствие того, что как только он ко мне пришел, я уже его начала сразу носить. Он мне очень понравился, во-первых, этот цвет, во-вторых, вообще просто дизайн невероятно классный, материал теплый, то есть, ну, я какая-то прям гангстая девица. Посмотрите, как он на мне смотрится, что тут говорить, офигенная длина, то есть все закрывает, воротник. Просто вообще не холодно. Одеваешь шапочку, спортивный костюм и бежишь за малым. И при этом ты на стиле, а не как обычно, чуть что на себя напялю и в сад бегу. Классный, классный вообще вот этот вот бомбический пухан. Ну и последнее мое приобретение на гипюр. Эту сумку я присмотрела уже давно. Та-дам! Розовый! Еще и бархатный. Или плюш, или что это такое, точно не помню. Ну, в общем, мне понравился дизайн этой сумки. Мне показалось, что она такая вообще супер яркая, и я в ней буду вообще такая супер стильная. Я же когда-то пойду на тренировку, все собираюсь, да все никак не дойду. И сумка классная. Во-первых, она вместительная, она кругленькая такая, везде вот эти вот гипюр-гипюр надписи. Ну, естественно, цвет. Цвет меня покорил. Можно как через плечо, здесь, кстати, регулируется у нас подлиннее сделать. Можно также и, если делать ярко, то ярко с гипюр. Все, мои хорошие, это были все покупочки. Меня безумно все порадовало, как всегда, особенно вещи на зиму. Ссылочку на гипюр я оставлю под видео. Кстати, на гипюр есть не только розница, но есть и опт. Если вы, может быть, планируете открыть свой магазин или шоу-рум, вы также можете с ними сотрудничать, покупать вещи оптом. Для тех, кто покупает в розницу, существует специальный код, который вы можете использовать и который даст вам скидку на покупку. Вся информация будет под видео, заглядывайте. Также будет ссылка на мой магазин, где какие-то из этих вещей и многие другие вещи вы сможете приобрести тоже по специальной цене. Я вас люблю, целую, надеюсь, мое видео понравилось, было актуальным и полезным. Если так, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто еще в конце концов не подписан. А мы увидимся в следующем видео. Пока-пока!